Красивое событие проходит в гимназии имени Лицмана уже более 25 лет. В этом году школа расширила рамки до общегородского праздника. Старшеклассники 9 и 11 классов вальсировали в залах театра и дворца наместника. Осенний бал – это замечательная традиция нашей гимназии. Я в нем участвую уже с первого класса, и это, наверное, одно из самых замечательных впечатлений, которые приносит мне школьный год. Это уникальная возможность почувствовать себя на 2 века назад, в эпоху прекрасных балов. Мы хотим расширять горизонты, потому что наши дети – это дети всего города. Бал изначально – это красота, нежность, волшебные ощущения, а дворец наместника всегда навевал эти чувства. И, мне кажется, сама атмосфера, царящая в этих залах, она располагает к тому, чтобы вальсировать, к тому, чтобы быть красивыми, нежными, волшебными. Подготовку к балу гимназисты начали с начала сентября. Как оказалось, успех зависит не только от чувств ритма и изящности движений, но и от логики мышления и даже математики. Танец вальс рассчитан именно больше на логику молодого человека, так как там идет все под строгий счет, и молодому человеку легче подстроиться под данный танец. Спокойно можно все просчитать, поставить ногу необходимым образом, и все получается под музыку. Чувствуя музыку, можно легко совершать те или иные движения. В качестве сюрприза каждый класс подготовил творческий номер. Школьники читали стихи, разыгрывали сценки и даже исполняли арии. Если б я солнышком на небе сияла, я для тебя, мой друг, только и блистала. Новый формат проведения дня рождения гимназии получил массу положительных отзывов от родителей и гостей праздника. И теперь это станет новой городской традицией. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.